Итак, решено. Мужчины теперь будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины – в 60. Президент Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. В конце сентября депутаты Госдумы одобрили инициативу в третьем чтении, а накануне ее поддержали и члены Совета Федерации. В законе предусмотрены льготы. Пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста будет увеличено. Появится льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей. Кроме того, напомним, 26 сентября депутаты одобрили законопроект, предусматривающий введение штрафов до 200 тысяч рублей для работодателей за необоснованное увольнение лиц, достигших предпенсионного возраста. Вот этот кнут определенный, который будет работодателя предостерегать о том, что достаточно серьезный размер штрафа, либо работы определенная, да, если ты принял решение на вакантную должность не принять человека в этом предпенсионном возрасте, либо ты его увольняешь. Напомним, предпенсионным возраст считается 5 лет до выхода на пенсию по старости. Парламентарии также приняли законопроект, который обяжет работодателей выделять 2 дня в год на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты для сотрудников предпенсионного возраста. Добавим, что в Госдуме продолжается работа над совершенствованием пенсионного законодательства.